Любая проблема дается для вашего развития или как результат ваших ожиданий и мыслей. Проведите сегодня такую практику. Возьмите любую ситуацию, которая причиняет вам сейчас дискомфорт, и на листке бумаги, не задумываясь, выпишите все, что привело вас к этой ситуации. Это могут быть какие-то конкретные действия, так и ваши мысли, убеждения. Например, у женщины ушел муж. В этом случае ее список может выглядеть так. Я перестала уделять себе достаточно внимания. Я не верила, что мой муж может быть мне верен всю жизнь, считала себя недостойной. Я растворялась в нем и семье и потеряла свою сущность. Я не считала его самым лучшим для себя мужчиной. После этого подумайте, какой урок вы должны извлечь из этой ситуации, и измените свое поведение и мысли об этой ситуации. А вам легко ли мыслить позитивно?